Так, йога, как она? А, Lenovo Tab 3 YT3 850M. Заблокирован аппарат. Так, сейчас, короче, нашел способ через Google Keyboard. Короче, жмем вот эту штуку. Так, где? Сейчас. Тут не видно, что ли? А, видно все. Так, делаем вот так. Так. Вот, есть все. Нажимаем вот эту. Так, вот три точки. Нажимаем три точки справа. А приложение. Вот, дальше. ПО с открытым исходным кодом и конфиденциальность. Здесь выделяем текст любой. Держим. Ну, допустим, вот этот выделяем. Далее, справа вверху веб-поиск. Так, теперь, сейчас. Так, вот здесь, в строке поиска, забиваем сеттинг, ну или настройки. Давай настройки. Вот, настройки выскочили. Заходим в настройки. Так. Дальше, приложение. Приложение все. Так, дальше что тут? Три точки нажимаем. Защита приложений. Ну, рисуем пароль какой-нибудь. L. Графический ключ. Продолжить. Повторить, да? Повторяем еще раз. Создаем графический ключ. Есть. Так, дальше. Находим Chrome. Где он тут? Вот он, Chrome. Поставили птичку. И нажимаем вот эту стрелочку. Рядом с птичкой. Так. Запускаем. Что это у нас? Chrome запустился, походу. Да, запускаем Chrome. Продолжить. Спасибо, не надо. Так, вот мы зашли в браузер. Так, набираем. Так, набираем Google. Так. Блин, где английский у нас? Так, теперь нам надо скачать файл Explorer. Так, есть файл Explorer. Есть файл Explorer. Так, давай отсюда скачаем. Есть файл менеджер, файл Explorer. Вот он. Так. Где у нас скачать тут? А, на Google. Нет, стоп, назад. Так, пишем. Есть файл Explorer. Trashbox. Поиск. Так, вот, скачать отсюда, с трэшбокса. Скачать на трэшбоксе. Ну-ка, давай. Вот так.
разрешить. Согласимся. Ну и что? 20 мегабайт файл. Так, ну вроде скачался. Сейчас будем пробовать. Так, назад. Еще раз назад. Так, сейчас посмотрим загрузки, где у нас. Загрузок нет. Еще раз назад. Так. Ну, еще раз назад. Еще раз назад. Еще раз назад. Загрузок нет, да? Еще раз назад. Еще раз. Вот, обратно в настройки попадаем. Так, где у нас тут три точки? Так, три точки нажали. Теперь, так, сейчас три точки. Защита приложений. Опять рисуем наш пароль. Теперь ищем загрузки. Downloads. Где наши загрузки? Не вижу. В упор не вижу. Вот они, загрузки. Так, ставим птичку, и рядом есть кнопка запуск. Нажимаем запуск. Так, нет, что-то не то. Назад вернем. Так, где? Опять защита приложений. Опять рисуем наш пароль. Опять загрузки, опять пробуем запуск. Вот они, загрузки, ничего нет, странно, не скачали ничего. Так, пробуем заново. Так. Заново, заново, заново. Ага. Что я запускал, уже не помню. Так, защита приложений. Chrome. Запускаем Chrome. Так, здесь пишем. ES. File Explorer, Trashbox. Заходим на Trashbox. Скачать на Trashbox. Так, а, мы его не скачали. Так, файл проверим. Так, вот, скачать. Нажимаем скачать. Так, так, сохранить файл. Окей, нажимаем, сохраняем. Все, пошло скачивание, 20 мегабайт, да. Так, потом нам надо будет вернуться и запустить загрузки. Так, скачивание еще идет. Идет скачивание. Так, что там дальше? Я так понял, это тоже как один из универсальных способов разблокировки. Скорее всего, все китайчики. Или Нова. Что там еще есть? Дигма. Престижа. Там много аппаратов. Все скачалось, скорее всего. Ну, пробуем. Так, назад. Назад. Еще раз назад и еще раз назад. Вот, мы попали в настройки. Так, дальше опять справа вверху защита приложений запускаем. Пишем пароль. Так, загрузки, вот наши. Открываем загрузки. Вот он, наш Explorer. Ну давай, запустим Explorer. Установка заблокирована. Нажимаем настройки. Так, неизвестные источники. Разрешите установку приложений из неизвестных источников. Так, движок вправо делаем. Так, дальше. Так, все, установили, разрешили установку из неизвестных источников. Теперь запускаем. Далее. Установить. Проверять работу все предупреждать положение, которое мы принимаем.
Так, установлено. Открываем. Разрешить. Вперед. Так. Здесь сейчас я паузу поставлю. Короче, ничего не получилось, пишем. Файл менеджер нам даже качать не надо, походу. Так, пишем. FFP bypass 601 APK download. Вот Google Account Manager 601. Так. Ну вот, давай вот этот. Я уже его набирал, попробуем этот скачать. Сейчас я покажу, где он. Вот. applicationfunda.com. Вот. Нажимаем на скачивание. Сейчас выберем. Так. Перевести. Ну, я тут крестик нажму, не надо переводить страницу. Так. Google аккаунт FRP. Так, вот. Download file now. Нажимаем. Download now. Нажимаем. Так, вот. Файл этого типа может причинить вред вашему мобильному устройству. Так, сохранить. Окей, сохраняем. Скачивание пошло. То рекламка какая-то выскакивала. Надо ее закрыть. Закрылась. Так, это я удалю. Так, вроде как скачалось все, да? Так, скачалось. Так, ну теперь назад. Назад, назад, назад. Ой, зря я вышел. А, вот, все. Опять, где тут наш защита приложений? Так, загрузки. Открываем. Вот. FRP Bypass. А ну-ка, давай попробуем установить. Открыть. Так, и вот здесь, сверху справа, три точки. Нажимаем «Вход в браузере». Нажимаем. Вход в браузере, окей. Здесь вводим свой существующий Google аккаунт. Так, сейчас я паузу поставлю. Свой введу аккаунт. Так, ввел я аккаунт. Пробуем. Ждем. Вход в систему. И сейчас нам надо будет перезагрузить планшет просто и все. Так, назад. Сейчас ждем. Назад. Ну-ка, сейчас посмотрим, зайдем в аккаунты Google. Ну вот наш. Наш аккаунт есть. Ну, сейчас пробуем, перезагружаем. Перезагрузка. Окей. В общем, надо просто скачать FRP Bypass. Android 6.0.1, установить его и в нем уже сделать вход в браузере и ввести свой аккаунт. В принципе, ничего-то сложного нет, но я сам не догоняю толком. Каждый раз с каждым планшетом или с телефоном по-своему. Ну, смотрим. Так, казахский язык. Нам не нужен, нам нужен русский. Talkback suspended. Где у нас? Talkback resumed. 22.1-6. Catalog. 7
1-1-7. Так, у меня тут толкбэк включен. Так, сейчас. Так, как нам там? 22. Листаем. Ну, у вас толкбэк не будет включен. О, где же? У меня язык-то пропал. Нету. Так, идет проверка подключения. Setup visit. Ну вот, все. Все-таки работает эта штука.